милиции отобрал, она все имеет право. Она же сейчас полиция, милиция и вообще. А при каких обстоятельствах они у вас отобрали документы? Ну я раньше занимался, я квартиры грабил. А, вот как. Это раньше. А вот сейчас я стал по помойкам ходить. И они же все равно говорят, да не может быть, чтобы ты был такой вот помоечник. И они не верят в это. Они говорят, бабка, ты не можешь, ты должен лазить под форточком. А я, какие форточки? Мне помойки.